Основной принцип рефлексотерапии – все в организме человека является взаимосвязанным и работает, взаимодействуя друг с другом. Именно на этом принципе строится и лечение заболеваний суставов. Напомним, что артроз – это заболевание суставов, связанное с медленным разрушением хряща внутри сустава. Со временем там возникают изменения, идут воспалительные процессы и происходит дегенерация околосуставных тканей. Процесс лечения начинается с диагностики по пульсу, которая дает специалисту полную картину состояния организма человека как единой системы. А также, что очень важно при рефлексотерапии, показывает взаимоотношения между различными частями этой системы. В зависимости от локализации, там участвуют многие меридианы энергетические. Например, если болит плечевой сустав, то чаще там поражается система энергетическая легких. Если запястье толстого кишечника, если, например, болят межфаланговые суставы, то там есть такой меридиан тройного обогревателя. Или мы воздействуем поверхностно, например, поверхностное иглоукалывание, или прижигание поверхностное, или мы можем воздействовать точечным массажем, или элементами даже мануальной терапии. Цель методики – восстановить энергетическое равновесие, а также локализовать боли и уменьшить интенсивность их проявления. Если первично мы действуем поверхностные точки, то мы убираем гиперемию, то есть покраснение, наружный отек, то есть не глубокий внутренний отек сустава, а наружный отек. То же самое прижигание. Если прижигаем поверхностно, то также убираем воспалительный процесс, и это прослеживается буквально через несколько часов. Боли также убираются. Когда мы ставим иголки, то в организме в кровь выбрасываются наши эндорфины, эндоморфины, то есть наши собственные наркотики, которые уменьшают боли. И автоматически уменьшается воспалительный процесс. То есть здесь многоплановое воздействие одной и той же иглы. Прижигание также оказывает обезболивающее и противовоспалительное действие. При артрозах его используют для улучшения кровообращения, снятия мышечного спазма и ускорения по восстановлению хряща и эластичности связок сустава. Улучшение пациент, как правило, чувствует уже на 3-5 сеанс. Но при хронических заболеваниях суставов специалисты призывают не ждать начала обострения, а приходить на курс рефлексотерапии с целью профилактики, чтобы не допускать появления неприятных ощущений. Обычно лечить надо вне обострения, тогда нет воспаления, и тогда мы эти силы стимулируем, и обострения просто не бывает. Поэтому и рекомендуем, например, после первого курса повторить там через 3 месяца, через полгода, чтобы у него не было обострения. Прием лекарственных средств, мануальная терапия, акупунктура – из этих составляющих и складывается эффективный лечебный комплекс, который способен вернуть свободу вашим суставам.